24 июня в Автограде отметили День молодежи. По традиции челнинцев и гостей города ждала насыщенная программа. На Майдане работали интерактивные площадки предприятий, организаций и вузов города. На протяжении 3 часов выступали танцевальные коллективы «Хедлайн» и «Саяр» команды КВН, а также всех гостей радовали интерактивы от радио «Уран». На площади парка можно было посмотреть выступления организаций города. Здесь свои таланты показали школы рока и искусств, молодежные и спортивные центры. Руководители и общественные деятели поздравили молодежь с праздником. У нас сегодня замечательный день, День молодежи. Вообще, это здорово, что есть такой праздник, посвященный только молодежи. Я считаю, что вот молодежь – это наше будущее. Это будущее наших, ваших родителей, которые вы должны обеспечить. На празднике выступила певица «Елка». Ее концертная программа была наполнена бешеной энергетикой. Певица активно общалась со зрителями и даже давала небольшие советы. К концу ее выступления начался небольшой дождь, однако это не испугало ни молодежь города, ни саму певицу. В завершении праздника для всей молодежи набережных Челнов прогремел праздничный салют. Аурелия Сташкова, Катерина Ботинкова, Ринат Галяутдинов, Универньюз.